Среди лесов и болот белорусского Полесья на берегу неторопливой реки Припять притаилась небольшая деревенька Примаки. Никто из старожилов не вспомнит, когда появились первые примаковские срубы, но любой скажет, что хата деда Талаша стоит здесь испокон веку. Плывет Василий Талаш человеком степенным и рассудительным. И даже его товарищи при встрече кланяются ему и снимают шапки. Но бывают минуты, когда в его обычно спокойных глазах вспыхивает затаенный огонек, готовый в любую секунду превратиться в бушующее пламя. Июль 1914 года был жарким и душным. До начала Первой мировой войны оставалось меньше месяца. Вот вам водичка. Ой, божечки. Косить сам пойдешь. Максим! Симон, хватит спать! Слышите? Или оглохли совсем? Максим, не надо! Папа! Эх ты! Ну что, что? Я тебя люблю! Ах ты! Живчик! Лентяй, лентяй! Как ты нас сторожил? Сейчас тебе поесть дам. Симонка, Симонка! Ой! Отцепись ты от собаки! Совсем заласкал! Не собака, кошка какая-то! Хоть бы она его за задницу схватила, что ли? А что я такого сказала? Число, ей-богу, прям я не знаю! На болоте прокос подберешь. Угу. Возьми, косить, а? Я с тобой, на болото, а? Батьку попроси. Папа, папа! Я с Максимом, пожалуйста. Какой сегодня день? Может, суббота? Вторник. Среда. Среда. Среда! Папа, папа! Среда! Лентяй, среда! Нашел здесь коров пасти, слышишь? Вот, держи. Лентяй, Максим, Максим, слышишь? Среда сегодня. Я с папой коров пасти иду. Слышишь? Коровы! Коровы! Уходите, коровы! Я в Длугушице. Молоко отнесу. Присматривай за Симонкой. Да ладно, ладно. Чтобы на болото не убежал. Ой, да знаю я. Ты слышишь? Здравствуйте, дядька Василь. Добрый день, тетка Настя. Как здоровечко? Слава богу, живем. На Припять собралась. Батька дудки на ночь поставил. Наказал проверить, заодно искупнусь. Ой! А? Здорово, Евгения! А, здравствуй, Симонка! Пап, ну идем уже! О! И так каждое утро бубух-бубух! Это Мартын Лоза! Уток стреляет! Мартын? Пап, ну я вам! Ты как дитя, малая, Василь! Пап, напугал! Пойдем. Я пойду, дядька Василь! Пойдем, иди. Пап, пошли! Пойдем, все, пойдем!
Геля, пошли, пошли! Уплыла утка. Под воду уплыла. И назад не выплывет? Можем подождать чуток. Если Сому не понравится, он ее выплюнет. Нашу утку Сом съел? И чего тебя в такую рань на реку принесло? А поглядеть хочу. Кто это с позаранку гремит на Припяти, спать не дает? А это, оказывается, Мартын Лоза подрос. И ему ружье доверили. Злишься, что без обеда тебя оставила? Ага, с голоду умру. Попросила б, я б тебе и так дал. Попросила? Я у тебя? Да я только глазом моргну. Мне Степан Бусыга этими утками весь мой двор застелит. Так чего тогда? На тебя. Посмотреть хотела. Ты на Степана своего смотри. А это уже мое дело, на кого смотреть. Я тебе сильно нравлюсь? Сильно. И за что ты меня полюбил? А я и сам не знаю. И ты мне тоже в душу запал. А сказать чем? Скажи. Высокий ты, статный. У тебя усы скоро вырастут, станешь еще красивее. У тебя очи темные, когда смотришь, аж страшно становится. А я люблю, когда от взгляда дрожь бросает. Но замуж за тебя я б не пошла. Это еще почему? А ты когда старым станешь, у тебя козлиная борода будет. Это и есть Длугошицы? Да, Длугошицы. Приехали. Стой. День долгий. Добрый день, пани Едвига. Мы привезли кое-что для пана Длугошица. Куда ставить? Динькове. Спасибо. Во вторую комнату на той стороне. Понятно. Разгружай. И для вас подарок. Паня, иди сюда. От меня лично. Иванове еще. И вы еще останетесь? С года. Прошу, бардзо. Куда ставить? Пожалуйста, на ту сторону. Я зараз. Я сейчас, Филипп. Через минуту. Прошу, пан. Благодарю. Прошу. Проходите, проходите. Все, дайте. Пан, пан! Пошли прочь. Добрый день. День добрый, Параска. Добрый день, Параска. А что у вас тут делается? Не, твое, не твоего ума оба. Это дело. Ич, Параска. Иди, Параска, ич. Иди. Слышите?
как поют. Кто поет? Слушайте, слушайте. Ничего не слышу. Кто поет? Цветы поют. Где ты видел, чтобы цветы пели? Птички распевают. Вот, пчелки гудят, кузнечики стрекочут, а цветы... Цветы петь не могут, вот. Они не живые. Как не живые? Мертвые? Ну, выходит, что мертвые. Когда мы сюда пришли, у цветов головы куда были повернуты? Туда. А теперь куда? Вот так. Так это цветы головки вслед за солнышком поворачивают. И я про то же. А вы говорите, мертвые. Вы видели, чтоб мертвые крутились? Да. Ты, сынок, не умничай больно. Особенно про мертвых. Готовься. Скоро в войско тебя заберут. Наверное, война началась. К лугошицам капитан приехал. И солдаты с ружьями. Ящики таскали тяжелые. Я думала, снаряды. А мне лугошицкие бабы сказали, документы. Мужиков на фронт забирать будут. Так что и ты готовься, вот так. Куда ты, Максим? А если они сейчас придут за тобой? Ну, честное слово, ей-богу, прямо я не знаю. Максим! А? Жди меня тут, вечером приплыву. О, глянь ты, какой прыткий. Приплывет он. Как приплывешь, так и отплывешь. Хотя осенью в войско заберут. А я ж таки приду. Мартын! Мартын, подожди. Ты... Ты в вепрю. А то куда? Да, Макруш, подкинешь. Давай быстрей. Случилось что? По дороге расскажу. Тебя это... тоже касается. А меня каким боком? В Долгожцу капитан с солдатами приехал. Какие-то ящики, бумаги привезли. Бумаги, говоришь? Может, солдаты заберут, а? Как думаешь? Чего молчишь? К Макару Балуку надо. Посоветоваться. Но! Пошла! День добрый, Винни. Здравствуйте. Откуда так раненько, русалка? Стоять! Молодых охотников в сети заманивала. Что, двоих сразу? Вепринского лазу и заику-талашонка. Но с нашим я сам разберусь. А Мартыну передай, что на Полесе не только у него ружье есть. Сегодня вечером и передам. Ой, гляди, Авгения, гляди. Гляжу, Степа, гляжу. Алена! Алена! Максимка?
я тебя в хате еще, ты тут? Что случилось? Параска сказала, что меня на войну заберут. Параска? Да слушай ты больше свою сестру. Она же у вас как сорока. Вот если бы дед Талаш сказал, я бы тогда забегала. А так... Никто тебя никуда от меня не заберет. Успокойся. Я Мартыну Лазе рассказал. Он так перепугался, даже в вепре своей не поплыл. В терниче подался к Макару Балку. К этому бандиту. Пойдем в хату. Я тебе ягод собрала. Сладких. Отец, ты про войну ничего не слышал? Параски тетка Смыга такого наплела, а ей бабка Ольга сказала. Я, папа, своими глазами видела. К панам-длугошицам капитан приехал с солдатами. Ящиков напривозили гора горой. А в них бумаги, бумаги. Мужиков по селам собирать будут. Мобилизация! Может, вино в ящиках французское привезли? Я эти ящики видела, или ты? Ты. Тогда молчи! Я своими глазами видела. Честное слово, ей-богу, прямо я не знаю. Тише вы! Успокойтесь. Так что скажешь, Василь? Как бы Максима нашего на войну не забрали? Максиму сколько годков? Зимой 17 будет. Ага. А в армию во сколько берут? В 20. Ой. Куда? К Савкину Мельгуну насчет рыбалки. Иди. Боже мой. Ты, Мартын, как дитя малое. Выфранцился, как на смотрины. Факел для чего прицепил? Так красиво же. Красиво. Тебя с твоей красотой со всех концов деревни видно. На, накинь. Так она женская. Другой нету. Ей-богу, как ребенок. Ты меня ославить хочешь на все примаки? Ну, поплыли уже. Куда? Как куда? На остров. Так сразу на остров? А чего тянуть? Ты кого там высматриваешь, отец? Это кто ж в такую погоду на остров плывет, а? Не могу признать. Это наша Авдинья и вепринский Мартын Лоза. Авдинья? Ишь ты, Авдинья! Бесстыдница! Нет, ну Лоза-то, Лоза-то! Божечки! А сама забыла? Как со мной на остров плавала. Ой. Если б не со мной случилось, не поверила б. Молодая девка, из-под венца, да к старику. К старику? Мне тогда только 50 стукнуло. 50. 53. Силком никто не гнал. Василь, ну ты о чем? Я тогда в тебя так влюбилась.
Теперь можно. Кого ждем, Макар? Пошли уже. Палук, говори, что делать. Ну, где этот Лоза? Тихо. Подождите. Я. За него. Кто это? Это Максим Талаш с Примаков. Так он про тебя говорил, что ты в Лугошицах работал? Все знаешь и покажешь? Про меня. Ну, давай. Ну, говори, что делать. Хлопцы, вы с той стороны, вы с этой. А вы туда. Понятно. Все, за мной. Подожди-ка. А ты и правда? Талаша, сын. Да, правда. И жених Алены Бокун? А что ты с ней делаешь, а? Что надо, то и делаю. А ты уже знаешь, что надо? А почему заикаешься? А? Испугался или что? Не испугался. Это у меня с детства. Ну ладно, иди. Макар! Ты что, пьяный? Пьяный. Пойду хлопцам помогу. Спохватился помощник. Все уже сделано. Стой. Ну что, все сделали? Да, все. Да, все сделали. Все, все. Вот вам и мобилизация. Гляньте, хлопцы, как горит. Это ж наша служба горит. Погоди радоваться. Как-то все слишком гладко. Ни стрельбы, ни погони, ничегошеньки. Максим! Что? Ты капитана с документами видел? Нет, мне сестра сказала. Какая сестра? Моя сестра, Параска. Параска, значит. Папа, вот тебе рыбалка! Папа, вот тебе рыба! Это папа. Ты! Нашел с кем связаться, щенок! Все ждали, что дело о поджоге Длугушицкого поместья обернется большой бедой. Но в августе началась Первая мировая война. Под гармонь развеселые частушки, под строгие напутственные взгляды стариков потянули в сторону ближайших железнодорожных станций мобилизованные полешуки. А помнишь, как нас хотели на японскую войну забрать? А мы в лесу спрятались. Кто спрятался, кто добровольцем пошел. Ну, не все ж такие патриоты, как ты, Куприян. Ну что, брат, повоюем за царя и отечество. Зря только усадьбу спалили. Чего ты хочешь от меня, Макар? Хочу, чтобы ты мужиком был. Да не придет она. Макар! Макар! Чего, мама? Ты офицеров слушай. Да они за тебя перед Богом мама, отвечают. Ладно, уже ладно. Что ладно? Что ладно? Щенки! Голуби мои!
Не бойтесь пуль. Марты. Не убегайте от них. Но и головы свои под пули не подставляйте. Помните, что вас здесь любят и очень ждут. Сохрани вас, Боже. Бывайте! Не волнуйтесь, мама! Все будет хорошо! Казалось, война идет где-то далеко. Но вскоре ее отголоски стали доноситься и до Тихого Полесья. Посыпались с германского фронта письма. И часто ответом на них был горький плач осиротелых детей и молодых вдов. Не прошло и месяца, как пришла похоронка и на Мартына Лозу. Авгения была потрясена. Революциях промчались 5 лет. Молодую Советскую Республику разрывала гражданская война. Брат шел на брата, кровь лилась рекой. Не остались в стороне от этой бойни и бывшие союзники по Первой мировой, англичане и французы. Их десанты высадились на севере и юге страны. К осени 1919 года почти вся Беларусь была захвачена польскими войсками. Здравствуйте, дядька Василий. Добрый. И пойдем дальше. Доброе утро, дядька Василий. Добрый. Доброе утро, Максим. Добрый день. Ну, ну. Доброго здоровья, дядька. Здорово. Симон, что случилось? Папа, там поляки. На. Ну? Ну? Максим, распряги коня. Пойдем. Что ж вы делаете, пан поручик? Сыночки, на что сено забираете? Последнее сено. Это не твой папаша пришел? Нет. Нет. Может, а может, твой франок? Нет. Так чей? Дед, так кто тут твои сыночки? Ты скажи, а то никто не признается. Все мы сыночки божьи. Прощаки в хлеве. Под свинки в хлеву твои сыночки. Твои сыновья. Мы закончили? Так точно. Зимой скотину кормить не будет чем. Сдохнет она. Тогда и нам смерть. Убери свои грязные руки от польского офицера. Ты старый козел. Он не козел. Он кнур. Он хряк.
Папа! Спокойнее, хлопче, спокойнее, парень, спокойнее. Чи свиньи едут? Разве свиньи едят сено? Зараз. Справдимы. Сейчас. Сейчас проверим. Справдимы. Ма! На, на. Маш, Маш. На. Ну, не е. 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 Маш. Маш, Маш. Заставить. Отставить. О, Василь! Витай, Базиль. Здравствуй, Василь. Ты чего это на земле валяешься? Я к тебе по-соседски сено попросить пришел. Так по-соседски не просят. А як прошу? А как просят? Может, пасть на колено? Может, на колени стать? Я могу. Я могу. Вуйку, Базиль. Дядька Василь, дайте, на рану дайте Христа ради сено для моих лошадей. Кони. Червоніче. В тен спосіб сено просили. Красные у тебя так сено просили? За то только да только за то, что у тебя червоний краснопузый командир на постой стоял. Тебя бы стоило на воротах повесить. Я его к себе не приглашал. Максимка! Это я к командира привел. Батька ни при чем. Якого шибегвига мы. Какой ушлый у тебя сын, Василь. А як вы пшистой? А как подрос? А малого то бы им вогули не да познать. И младшего совсем не узнать. Может, и бандитов? Так может, ты и бандитов привел, наш майонтек, когда наше имение в 14 году подожгли. Чему мичишь? Том молчишь, сучоныш. Что старое помянет? Но то гады продолжай, дали. Продолжай. Тому глаз вон. А кто запомнит? А кто забудет? Тему... Тому оба. Оба. Я не запомнял. Я не забыл. И не запомню. И не забуду. Зрозумявыш? Понял. Зрозумявыш? Понял. Зрозумявыш? Зрозумявыш? Теперь понял. Ну! Василь! Вспышек! Вот курва! Хорошо! Пошел! Пошел! Папа! Пошел! К Параске скачи! К Параске! Чимай! Чимай! Чимай его! Жила семья одна. Родители пошли к коров пасти, а сын остался дома один. А? Дети, отец идет. Назначили меня главным войтом. Вот документ дали. На, смотри. Что, красиво? Не то, что эти большевики. Поляки тебе эту красивую бумажку дали за то, что ты у деда Талаша сено отобрал? А вот это не бабьего ума дело. Ну, понятно, куда нам? Мы же быдла, вы паны. Это ты про меня?
Издеваешься? Почему? Збигнев тебе какой-никакой обрат? Правда, нос при встрече воротит, он же законный, а ты пойдешь... Молчи! Збигнев тобой почти что дупу подтирает, а ты его в эту дупу готов поцеловать. И поцелую. И поцелую, если надо будет. Мне надо. Тебе надо. Детям нашим, ну неужели ты не понимаешь? Говорите уже! Ну чего вы тянете? Скажи уже! Чего тянешь? Говори уже! Ребенок замерзнет. Давайте говорите. Ну хорошо. Молчи. Говорите правду. Чего привели? Честь бывшего. Привет, Бышек. Привет. Я арестовал более 30 человек. Почему так много? Я же сказал брать только тех, кто сочувствовал деду Талашу. Они все сочувствовали. Помощники мои перестарались. Кто под руку попался, тех и пригнали. Пожалей мои уши, воет. Говори на своем. Я пойму. Пойдем. Скотина дома не кормлена. Согнали. Чего ждем? Говори уже! Тихо, мужики! Сейчас пан Лугоша говорить будет! Бусыга теперь войт. Ну давайте послухаем, что там пан Лугоша. От Пилсудского подарки раздавать будут. Друзья, с приходом на Полесье армии Речи Посполитой вы стали полноправными гражданами Польши. Наступило время свободы. Жалнеров вокруг больше, чем поганок после дождя. Свободу нашу охраняют. Легионеры нужны для того, чтобы сопроводить вас в округ. Там вас перепишут и выдадут новые документы. Сегодня переночуете здесь, а завтра утром в путь. Степан! 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 Отпусти! Савка, а ты как тут оказался? А? Ну, говори скорей. Пьяный я был. Ну и сказал им, что я их матку Боску... Ты как был дурнем, так дурнем и помрешь. Степан! Стёп! Степан, забери меня отсюда! Христом Богом прошу! Век за тебя молиться буду! Мартын Лоза тут? Видел. А вдруг он про похоронку знает? Что это мы ее написали? А если знает, убьет. Сначала меня, а потом тебя. Я скоро домой поеду. Заберу тебя. Ожидай меня тут. Степа, так... Не трогать! Не трогать! Ну что, мужики? Поняли все? Поняли. Ага. А все из-за этого. Талаша. А при чем здесь Талаш? А он сено не захотел полякам отдавать. Даже драку устроил. Вот дает дедок, а? Ему уж под 80 лет. Нашел дедка. Его жене столько лет, сколько и тебе. А сын у них, как твой Юрка, только белый. Вы Талаша не трогайте. И сено тут ни при чем. У него красный командир на постое был. Так у нас тоже стояли. Да и у нас стояли. Так вот вам, хлопцы, и ответ. У кого красные командиры на постое были, тех и загребли. А правда, дядя, что ваш бронепоезд опоздал? Правда, правда. На 12 часов. Диверсии? Какие диверсии, Збышек? Нас встречали с цветами на каждом полустанке. И везде Пилсудский говорил речи. Потому и опоздали. Странные люди эти белорусы. Почему? Они стояли на Минском перроне под дождем и ждали его целый день.
Ничего странного. Они надеются на Пилсудского. Он обещает им свободу. Равенство и братство. Помнишь, чем это закончилось у лягушатников-французов? Они отрубили голову своему королю. Но в Минске он вращался горожанам на белорусском языке. А это дорогого стоит. Дорогой Збышек, если бы твои земляки говорили на китайском, он обращался бы к ним на китайском. Мальчик мой, когда ты научишься отделять зерна от плевел? Русский, украинец, литвин, белорус. Какая разница, чьими руками каштаны из огня таскать? За великую Польшу. От моря до моря. Кто с германцами воевал? Ну, все воевали. Офицеров своих помните? Ну, а как же, помним? А кто они были? Сволочи они были. Их высокоблагородие. Правильно. А у красных командиры кто? Помню. Рабочие, крестьяне. А мы с вами кто? Тоже крестьяне, народ. Выходит, Красная армия? Это наша армия. Рабоче-крестьянская? Правильно. Рабоче-крестьянская. Ты тут, Лоза, агитацию не разводи. Плевать нам на красных, на белых, на поляков. У них у всех одно в голове. Давай, давай, давай. А тебе, Михась, что? Жалко своим дать, если есть? А если нету? А если нету, то красные не берут. Ну, это у таких, как ты, не берут. У вас всегда нету. Хватит, мужики! Хватит языками молоть! Поляки, красные, одели надо! Ты, Збигнев, вероятно, решил, что мы пришли сюда для того, чтобы освободить Полесье от большевиков и отдать его твоим землякам. А разве нет? Чтобы освободить от большевиков, да. Но чтобы отдать Полесье, помилуй Боже. Цель любой войны – захват территории противника. А твои земляки на сегодняшний день – наши противники. И, по-моему, ты тоже начал эту войну. Кого это стерегут легионеры в твоем сарае? То целая история, дядя. Когда мы, как обычно, конфисковывали у местных продукты, сено, всякую ерунду, один старик взбунтовался, устроил дебош и даже ранил одного из наших легионеров. А его, случайно, не Талаш зовут? Талаш. Вы его знаете? Слышал. Он известный человек на Полесье. Продолжай, продолжай. По деревням поползли слухи, появились недовольные. Я приказал арестовать зачинщиков, а Войт приволок всех, кто под руку попался. Прекрасный случай показать себя перед главнокомандующим. То есть, а что если убрать их по дороге? Как убрать? Выстроить в ряд... И из пулеметов. Да вы что? Дядя, с ума сошли? Наше имение стоит здесь 300 лет. Их предки жили душа в душу с моими предками. Прекрати, Збигнев. Когда это род лугошинцев жил душа в душу с быдлом? Нет. Я не могу стрелять в безоружных. Есть план. Юрка, иди погляди. Ну, что там видно? Можно. Митингуйте. Макар, говори. Макар, мужик, что скажет? Давай, говори. Вот что, мужики. Говори. Бежать надо. Точно. Куда бежать? И то правда. Надо. Есть у меня план. Давай, говори. Говори, что давай, делать. Сюда идите. Давай, хлопцы. А делать вот что. Как только я крикну «хлопцы, волки»,
Отче, но шибче! Не размовлять! Отче, но шибче! Как только выйдем на поляну, сначала стреляй в воздух, а потом... Понял? Слушаюсь. Не чипор. Приготовьтесь. Иди. Все понял? Да. Стой! Ну, иди сюда! Эй-эй-эй-эй-эй! Нашел мальчика для игры. Я полдня с поляками играл. В догонялки. С поляками? Прицепились. Им же интересно, куда я третий день из дома ухожу. Ой, так ты что, третий день сюда приходишь? А то. Ай-яй-яй. Садись. О, грейся. Как Максим? Максим к Аленке своей в Макруши подался. А, хорошо. А мамка? Ничего, мамка. Плачет все время. О, ты смотри. Береги ее. Я берегу. Ну, давай, что принес. Так. Угу. А что? Мамка больше ничего не передавала? Нет, ничего. Ага. Ну, когда в другой раз придешь, напомни ей, чтоб лекарство мое дала. А что, Параска не может тех лекарств вам нагнать? Конечно, может. Но у нее как-то не так получается. Вот ваше лекарство, папа. А ты, Симон, совсем взрослым стал. А я и не заметил. Говорил, с карабинов. Из пулеметов надо. С карабинов. Из пулеметов.
Я же сказал, кончать всех. Так они сразу карабины побросали и руки в гору. Может, отпустим? С какой радости? Они тебя до конца своих дней запомнили. Ты, может, думаешь, что пулемет они взяли, чтобы по воробьям стрелять, а? А лопату, чтобы бульбу копать? Я чего про волков раньше времени крикнул? Потому что услышал приказ Лугошица, который он пулеметчику давал. Стрелять, когда мы выйдем из леса. Кстати, а где он этот, Лугошиц? Он вон там, на опушке лежит. Я его сразу кончил. Лоза, сходи глянь. Счастливый твой бог, пан Лугошиц. Коню своему свечку поставь. Ему твоя пуля досталась. Все-таки убить решил. И понабирал сморкачей. Они убить-то нормально не смогут. Пусть учатся. Кровью связать хочешь? А хоть бы и так. Целься. Бли! Эй ты, Гицель! А ну слазь, а не то пальну! Ты кто такой? А ты кто? Здешний будешь? Здешний. Я тоже здешний. Ты один? Один и не один. Со мной стрельба. Вижу я, какая у тебя стрельба. У меня на огороде пугало с такой стоит. Ах ты, паскудник! Да я из этой стрельбы 5 кабанов уложил. Так 5 кабанов положить может только дядька Талаш. Ай, Мартын, Лоза! Ай-яй-яй, здорово! Дядька Василь! Дядька, ну ладно, я от ляхов прячусь. Вы-то чего на ночь глядя по лесу бродите? Да, свидание у меня тут с младшим сыном. Не видел? Симонку? Нет, не видел. Однако, ладно, вы место нашли, дядька Василь. Видать, поляки вас, как и меня, повсюду ищут, если с родным сыном в лесу встречаетесь. Симон не пришел. Домой надо идти.
Ой, Василь. Василь. Здравствуй. Чего Симон не пришел? Забрали его. Поляки забрали. Когда? Как от тебя вернулся, так и забрали. А кто это с тобой? Да свои, свои. Лоза? Лоза! Вечер добрый, тетка Настя. А я тебя сразу не признала. Тут про тебя столько всего говорили, и что снарядом убило, и что от ран помер. Василь, помнишь, тогда похоронка пришла? Настя. Да что вы все с похоронкой с этой? У меня на фронте даже царапины не было. Значит, жить долго будешь. Добрый вечер, отец. Здорово, Мартын. Здравствуй, дружище. Максим, Симон сказал, ты у Алены. Это я его позвала. Страшновато одной. Ладно. Давайте ужинать. Ой, божечки, сейчас, сейчас. Я во всем виноват. Он же говорил мне про поляков, а я... Мне надо было сразу его с собой, к Параске. Не было б Симона, они бы мамку схватили. Им вы нужны, батька. Что предлагаешь? Ничего. Ну, если ничего, иди спать. Зря ты с ним так, отец. Он уже взрослый. Взрослый. Младшего брата в тюрьму забрали, а он ничего. Залез под юбку к своей Алене. Сидит и не высовывается. Это ж вы с его слов тогда Длугошица подпалили. И если б не война, в Сибири б кандалами гремели. Тут моя вина. Максим мне первому про документы сказал, а уже потом я хлопцев на поджог подбил. Из-за Авгении все. Думал, спалим бумаги, забудут про нас, женюсь на ней. А когда на войну забрали, надеялся, ждать будет. А вернулся, у нее уже муж и детей куча. Ой, Мартын, Мартын, много чего ты не знаешь. А я и знать ничего не хочу. Прошло все, и хватит об этом. Ну, хватит так хватит. В лес уходить надо. А вот это правильно, дядька Василь. Вот только людей бы... Да людей-то найти можно. Балук, Максим, я, вы уже есть. Важное войско. Я знаю, кто мне Симонку вызвались, поможет. Красным пойду. Высокую Рудню. Вот так вот. Ничего из этого не получилось. Получится, Збышек. Получится. Я вызвал два взвода легионеров и попросил разрешения передать их под твое командование.
Операция должна быть закончена быстро. И без этих твоих колебаний, чтобы никто не ушел. Ясно. Ясно. Возьми в помощники кого-нибудь из местных, хотя бы этого, твоего сводного брата. Как его? Стефан Бусыга. Степан Бусыга. Да-да. Бусыгу. Ах, Казик, Казик. Старый проказник. Когда твой отец, дядя, пожалуйста. Капитан, возьмите Войта Бусыгу и его людей. Операция должна выглядеть как ответ местных властей на убийство польских солдат. Понятно? Так точно. Шестой. Вот так вот. Не переносил бы ты эту гадость в дом. Не дай Боже, детям в руки попадет. Боишься, что тебя застрелят? Боюсь, что тебя. Мне Збышек еще один подарил. Называется дамский. Во. Смотри. Вот уж правда братский подарок. Ты снова за свое? Бах. Осечка. Бах-бах. Убита. Не надо. Дети не спят. Отец вон. Степа. Завтра на рассвете в вепрях операцию проводим. Лазу твоего с голодранцами ловить будем. Лазу? А если с тобой что случится? Куда я с этим выводком денусь? Глупая. Что со мной случится? Что со мной случится может? У нас отряд, человек 100. Поеду, постреляю, попугаю и вернусь. А если случится? Куда это ты, на ночь глядя? Ехать надо.
И что теперь будет? А то и будет. Пойдем в лес, мужиков соберем. Будем с поляками воевать. Воевать вы мастера. А мы? Дед вон хворый, я на сносях. Ты езжай к своим на хутор, а батька пусть остается. Его не тронут, старый. Что там? Ничего. Показалось. Стучит кто-то. Оглохли вы там или что? Ветер, это папа, ветер, спите. Кто там? Мартын дома? Может, поздороваешься? Подруга. Добрый вечер, Таиса. Дома Мартын? А зачем замужней бабе ночью чужой мужик понадобился? Говори, Таиса, дело серьезное. А чего ему дома быть, если его еще на неделю арестовали? Может, в хату зайдем? Чего в сенцах толочься? Дед Микола спит. Боюсь, разбудишь. Ты тут говори. Ну, тут так тут. На рассвете поляки к вам приедут. Беглых арестантов ловить. Так что передай Мартыну, пусть уходит. Только за этим пришла? Зря ты, Таиса. Ты жена. Его дитя носишь. А я... Давно это было. Так давно. Считай, что и не было совсем. Кожух его в хату занеси, выстудишь. Кто был? Уходить тебе надо, Мартын. Утром поляки придут. Ваше мнение, товарищ командир. Мнение такое. Перед нами стоит польский отряд. Обойти их с фланга и ударить с тыла. На Припяти лёд. Как ты ее обойдёшь? Это крюк километров 10. Тут пуща, тут болото. Товарищ Букрей! А на поляков нарвёмся, в бой придётся вступать. Добрый день, а хату. Сам же понимаешь. А 10 верст по такому снегу, так это ж сутки ходьбы. Да хрен перестаньте вы! Собаки 10 каких-то верст, это я по этому снегу в два раза больше. Здравствуйте, товарищи красные армейцы. Так, кто такой? Товарищ Букрей, лазутчик, задержан, документов не имеет. Лазутчик, говоришь? И откуда ты такой, дед? Здешний я, с Примаков. Мы в Примаках были. И что у вас в Примаках? Все так ходят? А, не, не ходят. Это я пока к вам шел, так вот, кабана встретил, и он мне немного того... Приласкал. Говорит, кабан 13 пудов. Но, может, трошки меньше. И что, убежал? Кто? Ну, кто-кто? Ты. Зачем?
Я его застрелил. Ух ты! Вот его берданка. Из этой? Из этой самой. Да, кабан на 13 пудов. Мастак же ты врать, дед. Погодите, погодите, товарищи. Товарищ Талаш, Василий... Исакович. Да-да, конечно, конечно, помню, помню. Исакович. Товарищи красноармейцы, это мой старый знакомый друг, товарищ Василий Талаш. Во время весеннего наступления я у него был на постое. Прошу любить и жаловать. Но... Самогонка у него, я вам скажу, а? Ну, каким ветром к нам занесло? Да нашим, полесским. Правда, с запахом польским. С поляками что-то не поделили? Ага. Они у меня сено отобрали, последнее. Вон оно что. Вон как. А чем? Скотину кормить. Зима ж вон. Да. Так ты бы объяснил, что последнее? А я пробовал. Объяснял. Не поняли. Да что с ними говорить? Ну и? Ну и... Побил их трошки. Вот и избежал. И сколько ж их было? Ихних пятеро. Ага. Да наш один. Только он не лез. Свежо предание, довериться с трудом. Что свежо? Ничего, говорю, староваты вы для того, чтобы кабана в 13 пудов завалить. Да с 5 поляками расправиться. Ну, не верите? Не верим. Мне не верите? А вот он. Может одолеть 5? Ну, так это вы сравнили. Ну, тоже. А ну-ка, отойдите. Покажи свою силу. А ну, давай поборем. Да ты что, дед? Да иди ты. Все в порядке. Сбышек, дай-ка мне 3 жалнеров. Подозрение имею. Какой я тебе Збышек? Я же не обращаюсь к тебе. Степа. Чего жжете? Пошли вон. Виноват. Пан капитан. Выделите мне 3 жалнеров. Надо зайти в хату к одному из бандитов. Разобраться. Это твоя забота, Войт. Разбирайся сам. Зачем тебе легионеры? Погоди, Степан. Пошутил я. Посмотрите на него, какой обидчивый. Уж не к Мартыну Лилозе направляешься? К нему, а что? Может, мне тоже с ним разобраться надо. Легионеры! Напшу! Вперед! С той стороны заходите. Ты выше слева, по правой стороне. Так, есть. Скрест его! Ты же не только повеселить нас пришел. Поляки сына моего заарестовали. Малец совсем. 12 всего. Вот сволочи. Душить надо гадов. Да я бы их. Видите, товарищи, как поступают интервенты с угнетенным крестьянством. Только давайте не будем устраивать митинг, товарищ невидный.
Дядька Василь, чем мы можем помочь? Как чем? Всем? Вы же Красная Армия. Что скажете? Вот это вопрос сложный, товарищ Талаш. Боюсь, мы будем вынуждены вас разочаровать. Во-первых, мы не знаем, где находится ваш сын. Сын. Во-вторых, в планы военных действий нашего батальона не входит его освобождение. И в-третьих, мы не можем рисковать боевыми единицами ради какого-то пацана. Вот так. Но за помощь, родной, большое вам спасибо. Какую помощь? Ну как же? Мясо, кабан, 13 пудов. Забыли, родной. Мясо. Не забыл. Тогда давайте так. Я вам свежину, вы мне людей. Так. Я что-то не понял, товарищ Талаш. А как же солидарность рабочих, крестьян? А? Я вам мясо, вы мне солдат. Вот и вся ваша солидарность. Вы тут только дома. Так есть. Гляньте там. Здравствуй, Степа. Степа, на поле коров пасет. Ко мне обращаться пан Войт. Поняла? Поняла. Где он? Ты оглохла или что? Я у тебя спрашиваю. Про что вы, пан Войт? Мартын где? Вам лучше знать. Вы же его арестовали. Слушай, не прикидывайся дурочкой. В Вепрях все знают, что арестанты сбежали. Так я ж по соседям не хожу, сплетни не собираю. Где сын? Так вы ж, паночек, его не так давно арестовали. Что-то ему у нас не понравилось. Сбежал, гад! Так, может, плохо приняли? За капитана! Иди давай. А на копчилище... А накурили-то? Езус, Матерь Божья! На место! Что ты делаешь, пацан? Иди! Степа! Я ж тебя... Солон! Беременна! Какой у тебя, Степа? Пан Войт! Пан Войт! Пан Войт! Заставить! Отставить! Так что, Войт? Мы пришли сюда со стариком, да с бабой беременной воевать. Был Мартын, был в, дом, Мартын в доме или нет? Она говорит, что нет. Но следы на дворе. Их кто-то предупредил. Как пить дать предупредил? Но то доведь. Так узнай, кто. Пан капитан, куда же? Я могу сказать, кто предупредил? Заткнись, курва. Что, Степа, догадался? Молчи, а то убью. А я сейчас имя назову? Что? Тогда посмотрим, кого тут убивать будут. Пан Лугошец! Пан Лугошец! Пан Лугошец! Thank you.
А я думаю, мы должны помочь товарищу Талашу. И положить половину бойцов ради мальчишки? Отец этого мальчишки отдает нам 200 килограммов свежего мяса, чем спасает батальон от голода, товарищ комиссар. А я поддерживаю предложение взводного. И еще предлагаю передать под командование товарища Талаша 10 человек ополченцев, примкнувших к нам здесь, в Высокой Рудне. Правильно, командир. Все, товарищи. Вот так-то, дед. А ты боялся. Товарищи, дорогие, а я бы подумал... Не думай. В таком случае я прошу направить меня во взвод товарища Букрея в качестве комиссара. К тому же у меня в тех местах свои дела есть. Надо проверить, как там мои агитаторы работают. Я не возражаю. Пойду. Командир. Товарищ Талаш. Свободны. Хотелось бы поближе познакомиться с вами. Давайте присядем. Василий Исакович, вот вы понимаете, какие цели преследуют польские империалисты? Поляки. Своих коней моим сеном кормить. Родной, я не про сено. Я, как бы вам объяснить, в мировом масштабе. Наверное, Польшу польской сделать хотят. Так, ага. Без немцев. Без вас, простите. Как это без нас? Я думаю так. Польшу полякам, Россию российцам, а Полесье нам. Ну хорошо, а вы что-нибудь о мировой революции слышали? Вы слышали? Пролетарии всех стран, соединяйтесь. А, слышал что-то. Ну так что же вы, родной? А вы сами, простите, кто будете? Я? Я рабочий. Из Бобруйска, невидный. Невидный? Ну, невидный, это, конечно, не фамилия. Это подпольная кличка. Мянушка. Как? Мянушка. А, да, да, Минушка. Это для конспирации, понимаете? У нас большевиков так. Каждый имеет свою подпольную кличку. Минушку. Скажите, а у товарища Ленина тоже кличка есть? У товарища Ленина, как и у меня, другая фамилия, а подпольная кличка Ленин. Ленин – это кличка? Это как у моей собаки кличка Лентяй?
Куприянчик, Соловейчик, ко мне. Что надо? Не что надо, а товарищ командир по вашему приказу такой-то, такой-то явился. Понятно? Понятно. Непонятно? А так точно? Так точно. Давай сначала. Куприянчик, Соловейчик, ко мне. Докладывайте. Товарищ командир, по вашему приказу такой-то, такой-то явился. Издеваешься? Дядька Василь, говори, чего надо. Строевой нас учить не нужно, в германскую замордовали. Понятно. Непонятно, а так точно. Хватит, мужики. Я с вами не в цацки играю. Если порядка не будет, сами знаете, что будет. Идите сюда. Ну? Скоро и в Иркутье будет. Мы с товарищем Букреем и товарищем Невидным решили ночевать там. Так мы пошли? Куда? Ты нас в разведку посылаешь или что? В разведку. Так мы пошли. Ладно, идите. О, заместитель твой. Сиди, сиди, дядька Василь, сиди. Угощайся. Все в порядке? Обязательно в порядке. Не зря же мы впереди идем. А скоро твое в Иркутье будет, товарищ Талаш? Скоро. Скоро, товарищ Невидный. Надо бы вперед взводную разведку выслать, а? А я уже послал. Ха. Вам, Василий Исаакович, не проводником. Начальником штаба быть, да. Ишь, как вы все продумали-то, а? Слышь, дедок, еще раз в голову что-нибудь стукнет, ты со мной посоветуйся. Ладно? Я как бы тут не при обозе состою. Так точно, товарищ командир. Никто не видел мы. Удавай! О, хлопцы! А вы что тут делаете, а? А мы тут живем? Давно? Как родились, так и живем. Угу. А где я тогда живу? Ты кто такой? Я кто? Главный конюх Самусик! Меня каждый знает! Поляки в поместье есть? Сколько хочешь! И поляки, и полячки, и собаки, и собачки на любой вкус! О, смотри! Пани Адаме, тут меня! Тише ты! Тише! Ты мне сказки не рассказывал. Если что, я тебе. Здорово живете, товарищи красные начальники. Это и есть твои разведчики? Ага, они самые. Показывайте, что притащили. Он по дороге у вас не окочурился? Не должен. О, так он же спит. Как спит? Как все люди, когда пьяные. Крепко. А ну-ка. Ты кто? А ты что?
Не видишь? Темно тут. А теперь? А теперь вижу красные. Тогда докладывай, что у вас в Иркуте делается. Праздник у нас в Иркуте. Но. День рождения пани Урсулы. Военных много? Сколько? А, господа товарищи Фануи, я извиняюсь, может, у вас выпить есть, а? Что ты сказал? Горелочки там, самогонки, можно спирту, мне без разницы. А то думки расползаются. А хочешь, я сейчас эти твои думки по снегу размажу. Не надо, родной. Подождите, товарищи командиры. На, на. Большое человеческое спасибо. Благодетель! Да, да ладно, ладно. Офицеры есть? 5 офицеров, 5 жандармов и 1 охранник. Кон мне и поднес. Это с какой радости, а? А я ему обещал молодицу с села привезти. Молодицу? Угу. Холодно ему службу нести на морозе. Офицеры с паненками, жандармы с дворовыми. А он с... Ясно. Вот так ясно. Ну что? Скажи, значит, отойдем. Охранник там один. А чего им бояться? До Михалова рукой подать. А там войско. Красные далеко. А-а-а. Ну, кто же знал, что вы туточки? Товарищ Букрей. Что, дед? У меня план кое-какой есть. Я вот что думаю. Пане Адаме, пан Адам, пан Адам, не стреляйте. То я, это я, Самусик. Самусик. Привел? А как же? А как же? Бувай тутой. Зови сюда. О, пан Адам хочет запросить. Вы хотите пригласить ее в зал? Не да и не пойдет она. Есть. Стеснительная. У нас годна... Она согласна. В пивнице. В подвале. Юшистка уже все готово.
какая-то... Она у тебя маленькая. Зато цицки, зато титьки, во! Звать как? Текля. Текля. Матко Божья. Матерь Божья. Текля, Фёкла. Фёкла. Параска. Параска. Дикие люди. Дикие люди. Докончи, пани. Куда же вы, пани Текля? Хоть мы разом. Пойдем вместе. Нех пани не спешит. Не торопитесь так. Нех же пани придет. Идите ко мне, моя дорогая. А где пани Текля? А где пани Текля? Пани Текля спит. Спи ты! Да, зря мы доверились этому пьянчушке в гроб его мать. Товарищ командир, а ну взгляните. Кажется, Самусик нам знак подает. Точно машет. Бутылкой паразит машет. Не зря я Талаша послушал. А, родной, давайте людей поднимать. Зло, становись! Ну, дед. Ну, дед. Молодец, дед. Молодец. Спокойно, граждане панове, спокойно. Вы окружены, сопротивление бесполезно, так что оружие на стол. Молодцы. Господа офицеры, выходи по одному. Быстро! Сидеть! Садись! Сидеть! Сидеть! Господа генералы, прошу, прошу. Пожалуйста. Охранять! А вы играйте! Играйте! Праздник продолжается! Стой! Стой! Вы давайте сыграйте на потуху или крыжачок. Я в трон сочи. А кто можем сделать? Давай, давай! Давай, иди, иди. Иди. Садись. Ладно, все, хватит. Хватит. Идите. Может, поцелуемся, а? Старый человек. Старый человек. А ты чего уши развесил? А ну марш! Пошел отсюда! Зря ты злишься. Я тебя от смерти спас. Наши разведчики прирезали б тебя, как поросенка. А ты во, живой. Разумен. Понимаю. Послушай, пан Адам, ты ничего не слыхал про арестованного мальчишку? А? Ну, он такой... лопоухий такой. А? Какой-то мальчишка сидит у нас на гауптвахте. Так. Тише, Диана. Тише, Диана, тише. Тихо. Тихо. Ты зачем кобылу берешь? Стой, куда? Стой, пан! Не пущу! Но, Диана! Но! Кто стрелял? Кто стрелял в гроб ошумать? Черт!
Вон он! Вот гад! Ну, я его сейчас. Взводный приказал не стрелять. Да поздно уже. Через час тут поляки будут. Тут недалеко смолокуренные шалаши. Ну? Вот там, от поляков, хорошо укрыться можно. Место глухое, безлюдное. Несколько дней там переждем и на Михалова. Мы в твоих шалашах окочуримся в такой холод. Теплых вещей наберем, в доме, и провизии наберем. И на несколько дней притаимся там, а? Они видны. Что-что? Опять за моей спиной с этим детком контрреволюцию разводишь? У него партизанский отряд, а у тебя боевая красноармейская единица. И ты обязан в любой момент вступить в бой с неприятелем. Кончай, комиссар. Поляки перестреляют их, как куропаток в чистом поле. За отряд отвечаю я. Точка! Уходим, нас малокурные шалаши. Это приказ. Приказ? Ладно, родной. Если живым вернешься, тебе зачитают приказ. Перед строем. А мне некогда. У меня своих дел по горло. Что, дядька Василь, гидроимпериализма во сне увидел? Ага, почти что. Правильно сказал комиссар Невидный. Не стоит рисковать людьми ради Хлопчука. Ты это брось. Что значит Хлопчука? Твой сын – будущий красный боец, может быть, командир. Когда это будет? Но ведь будет же. Ага. Уходить вам надо. Ага. Тем более, Симона моего держат не в тюрьме, а в этой... вахте, что ли. А там большой силы не надо. Ладно, дядька Василь. Пойду хоть немного посплю. Рассвет уже. Пора принимать решение. Что, помогли красные с Симоном? Хотели, но я отказался. Нельзя чужих людей отправлять на смерть. Да и Симон, он же не в тюрьме сидит, а в этой Гауптвахте? Ага, Михалова. В Михалова? В Михалова у меня Шурин живет. Шурин – это хорошо. А Симона мы вызволим, дядька Василь. Тем более с гауптвахты. Обязательно вызволим. Спасибо, сынок. Спасибо. А сейчас к Волоку пойдем. Он тут отряд собрал. А потом Михалова. Подожди, Мартын. Что-то ты в лице изменился. Дома что? С батькой?
женой? Нет у меня больше дома, дядька Василий. Ни дома, ни отца, ни жены, никого. Стоять! Руки вверх! Стоим, руки вверх! Кто такие? Чего по лесу слоняетесь? Нам Макар Балук нужен. Дело к нему есть. Дело, говоришь? Михай, жди здесь. Угу. Мартын, Лоза. Дядька Нечипор, неужто ты? И правда ты? Голос твой не узнал. Ну так. Как узнать, если мы тебя давно в землю закопали? Ха. Что же мне так со смертью везет-то, а? С германской похоронка пришла, а вы живьем в землю закопали. Сам Балук сказал, что всех вепринских и тебя тоже поляки убили, а село сожгли. Правильно сказал. Только, видишь, живой я. Нам с Макаром поговорить надо. Ведите, хлопцы. Ага. Давай, сынок, веди. Пошли. Идемте, дядька Василь. Хлопцы, волки! Я тебе дам сейчас, волки! Кто это? Мартын Лоза с того света явился. А кто это Мартын Лоза? Твой друг? Больше, чем друг. Считай, брат. Ха. Мартын. Я очень рад, что ты живой и здоровый. Я с Талашом пришел. Хорошо. Галина, жена моя. Мартын. Здрасте. Здравствуйте, дядька Талаш. Я Макар Балук. Помните? Угу. Вы нас на войну провожали. В 14-м. Садитесь. Чем богаты? Мы пришли, Макар, предложить тебе объединиться с нами. С кем с вами? С красноармейским партизанским отрядом под руководством товарища Талаша. А зачем? Чтоб под единым руководством Красной армии большевиков бить польскую гадину. Мы с тобой, Мартын, много чего видели. И дома, и на фронте. Дома ты быдло. Хамся, крэв. На фронте свинья, выродок, скотина. Тут поляки, там москали, так? Разница какая? Может, вы думаете, красные поляков прогонят? И вам волю дадут? Земля. Им наша нужна. Я тогда в амбаре не стал тебя останавливать, когда ты про красных соловьем заливался. Не до того было. Но теперь скажу. Говори. Ты их командиров нахваливаешь. Из рабочих. Крестьян. Рабоче-крестьянская армия. Какая к дьяволу армия? Шайка голодранцев. По мне так рабочий должен работать. Крестьянин пахать землю. А военный воевать. Или не так? Не так.
Сами мы пока что не справимся. Мало силы. Мы с красными. И тебе надо определяться или туда, или сюда. А я давно определился. Не туда и не сюда. Я посередине стану. И бить их по очереди буду. Одних с этой руки, других с этой. Рук не хватит. Пока хватает. Хватает, пока ты тут сидишь в лесу, прячешься. И пользы от себя, как от старого козла молока. А высунешься, начнут тебя гонять, как зайца. Вот тогда послушаем, что ты запоешь. Погрейся. Разбойник. Разбойник. До чего дело дошло? Дождались. Речь Посполита с детьми воюет. Узнала бы моя Ванда, что я в холодном сарае ребенка сторожу, выгнала бы из дому. Сколько тебе лет? 12. Моему Анжею 18 было. Снарядом убило. У нас Ванда, и кроме него никого не было. Если я отпущу тебя, один до дома доберешься? Ну, иди. Я пойду. Мальчика с Самоном зовут? Ага. Она, когда из наших кого арестовывают, всегда помогает. Еду носит, вещи. Так каждый раз. Хватит, Петро. За детьми присмотри. Я скоро вернусь. Я с вами пойду. За Таису. Я их живыми в землю закопаю. Копальщиков у нас своих хватает. А вот глаз и ушей в гарнизоне. Кот наплакал. А если ты будешь сообщать, что тут у вас в Михалове делается, большую пользу нам принесешь.
Что стреляешь? Кто ждал сухого? В лес кто-то побежал. Завтра сочтишь. Вечно тебе что-нибудь кажется. Стой! Ой. Стой! Стрелять буду. Нех пан не стреляй. Не стреляйте. Цен только запитайте. Я только спросить хочу. Могам, пане. Спрашивайте. Соседи поведели, соседи сказали, что мальчишку из Примаков привезли. Хочу узнать, не мой ли племянник нашкодил чего? Племянник? Утек твой, братан. Сбежал твой племянник. А я теперь его, охранника караулю. Можешь посмотреть. Янку? Янек. Слышишь? Слышишь? Тут к твоему беглецу тетка какая-то пришла. Послушайте. После того, как мальчик ушел, сбежал, я слышал выстрелы в лесу. Может, просто так кто стрелял. Но во время войны просто так не стреляют. Вот здесь он остановился. Вижу. Быстрее, дядька Василий. Иду уже, иду. Ишь ты, кружит как заяц. Я научил. Да не кружит, заблудился он. Найдем, дядька Василь. Найдем. Мартин, что там? Симонка! Симонка! Сынок! Симонка! Живой! Ей-бог, живой! Сынок! Папа, снег глубокий. Я бы убежал. Не донесем до лагеря. Горит весь. В Тернище нужно идти, к матери Балука. Тут недалеко. У нас тут мальчика в лесу немного ранило. Версты три, недалеко, так мы к вам. Дома сидеть надо, а не по лесу шататься. А это кто с тобой? Дядька Талаш, с Примаков. Разве не знаете? Да кто же его не знает? Не узнала я тебя, Василь. Богатым будешь. Проходите, проходите. Раздевай мальчика. Раздевай. Сейчас. Я сам. Ага. Это твой мальчик, Василь? Мой.
Внук или правнук? Сын младший. Сколько ж лет будет? Ему? Сколько ему, я вижу. Тебе. 76. Скоро будет. Молодчина. Молодчина. Давай смотреть будем. Холодная. Сейчас согреем. Он же мертвый. Кто? Мальчик. Нет. Он спит. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, спаси и помилуй старых и молодых, убогих и сирых, и вдов, измученных и больных, тех, что в беде и в несчастье, и в неволе. Помилуй, Господи. Помяни, Господи, и скоро силою Своею даруй им спасение и освобождение. Спаси, Господи, и помилуй Богом хранимую землю нашу, чтобы мы могли жить тихо и спокойно со всей набожностью и достоинством. Спаси, Господи, и помилуй тех, кто ненавидит и нападает на меня, и не дай им пропасть из-за меня грешной. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ну что ж, товарищ Петр, спасибо вам за очень важные сведения. Я-то Лашу обещал. Надо выполнять. Лоза, проводи. Угу. Слушай, Мартын, а где Талаш? Да, заболел он. Домой в Примаки пошел. Ты иди. Если верить его сведениям, то через 3 дня поляки будут грабить ганусы. Атаковать и разбить к чертовой матери. Да, конечно, чего там? Можно с тыла рубануть. Знать бы, сколько их. А приказ председателя Реввоенсовета мне куда прикажете засунуть? Я по трибуналу идти не хочу. Так уж и по трибунал. Да, да, товарищ Лоза. Из этого штаба и прямо к стенке. Есть приказ приостановить военные действия против поляков и привести батальон Смоленск в распоряжение 16-й армии. Ты плакат этот читал? Все на борьбу с Деникиным. Так что, ганусы я оборонять буду со своими партизанами? Мы люди военные. Что дальше делать, вы сами решаете. Да если вы оставите высокую рудню, они же разбегутся по домам. А вы, товарищ Лоза, своим авторитетом не можете на них повлиять? Какой же у меня авторитет? Я ж не дед Талаш. Да, жаль, что дед болен. А навестить его никак нельзя? Почему нельзя? Можно. Ну так давайте, действуйте. Только нужно, чтобы вы сами поехали к нему, поговорили, убедили. А что, командир?
Поехали к Талашу. Зачни мы. Начнем. Подай на звезду. Назови фамилии тех, кто сотрудничает с тобой на нашей территории. Чесик. Чесик. Угу. Ну что? Спрашивайте, господин следователь. Подай на звезду. Назови фамилии тех, кто сотрудничает с тобой на нашей территории. Говори, мразь. Хватит, Чесик, хватит, Чесик. Евреи народ живучий, но этот может подохнуть, а мне нужно из него еще кое-что вытянуть. Отделение приготовится. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Allons enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. И настанет година свободы. Сгинут право навсегда. Liberté, liberté, chérie. Combats avec tes défenseurs. Combats. Пенькна хемн майн французов. Красивый гимн у французов. Не горше от нашего. Не хуже нашего. Навод в чем-то подобный. Даже чем-то похож. Еще Польска не сгинела, кеды мы живемы. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, no razem... A no, w mieście! Ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Nie. Nie. Nasz, nasz lepszy. Целься. Да здравствует мировая революция! Огонь! Здравия желаем, товарищ Шелегин! Здравствуйте, граждане партизаны! Здорово, мужики! Проходи, дядька Василий. Здравствуйте, дядька Василий. Здорово, мужики. Не приедет, Талаш, не приедет. Здравствуйте, дядька Василий. Рад тебя видеть, Мартын. Как здорово? Ничего. Тише, товарищи партизаны. А мы вас ждем. Ну, тише вы, тише. Я получил приказ не позднее завтрашнего дня покинуть Высокую Рудню и передислоцировать батальон в указанное место. Поляки ж на Ганусу напасть хочет. Мы для этого здесь и собрались, чтобы решить, что делать дальше. У вас есть два пути. Первый. Разойтись по домам. По домам это, конечно, хорошо. А ты как думаешь? Есть второй путь. Продолжать борьбу имеющимися в наличии силами. Какими силами? Решайте. А чего нам решать? Пусть командир решает. А что Талаш скажет? Дядька Талаш скажет. Говорите, дядька Василь. Говори, говори, дядька Василь. У нас один путь, сынки. Воевать надо. Нет сил терпеть. Все время битыми ходим. То война, то революция, то немцы, то поляки.
Теперь вот, красные должны уйти. А как же мы без красных? Без них тяжело будет. Видно, Богу так угодно, чтоб свое Полесье обороняли мы сами, и чтоб каждый мог сказать: это мое. Я за это кровь лил. Хорошо сказал дядька Василий. Правильно сказал товарищ Талас. Сами ганусы оборонять будем. Оружие мы вам, какое сможем, оставим. Фугасов штук 20. А это что за штука? А это, дружище, такая хреновина. Короче, если наступишь, высоко взлетишь. А, мины. Так вы, значит, товарищ Лоза, знакомы с миноподрывным делом? Ой, довелось германскую. Раз мама жидна. Теперь у нас есть провиант. Шепче. Быстрей, давай. Что делаешь? Осверел совсем? Они же руки подняли! Сдаются! Кому сдаются? Мне сдаются. А мне их сдача не нужна. Мартын! Это люди! Это люди. Ты что, дед? Какие это люди? А что, если кто-то из них мою Таису? Твоего Симона? Да я этих гадов живьем грызть буду, и никто меня не остановит! Я остановлю. Пуля моя остановит. О! Угу. Проходите, хлопцы, проходите. Да не толкайся ты. Что? Зенон, чего? Сходи к соседям соли попроси. У нас этой соли как грязь. Интересно, интересно. Куда? Куда кожух деть? Ты туда видишь, ко мне друзья пришли? Ага. Сходи. Чего стали? Садитесь. У тебя, Войт, праздник какой-то или что? Ага. 100 лет бабкиной склянки. Ну. Талаш с голодранцами отбил обоз с харчем у поляков. И в пущу ушел. Иди ты. Откуда знаешь, что Талаш? Знаю. Ну что, притихли? Где он может быть? А где хочешь? В Тишковой заводе, на смолокуренных шалашах, на глухом острове. А может, и там, и там, и там. Он пущу знает, как ты свою хату. Думайте, мужики, думайте. А то Збигнев вас вместе со мной к стенке поставит. Хватит, Войт, кота тянуть за хвост. Ты уже все придумал, так говори. Надо своего человека к Талашу послать. Я не шучу. А кого послать? Савку Мельгуна. Савку? Этого пьяницу конокрада? Все. Савка не такой простой, как вы думаете. Сволочь он. Вот и хорошо, что сволочь. Нам легче договориться будет.
а красные за своего примут. Ну, Войт, я бы до такого не додумался. Так ты что, может, и стол для него приготовил, а? Идите за Савкой. Я не пойду, а то прибьет его гада по дороге. Он мою гнедую цыганам продал. А я без церемонии. Добрый вечер в хату, тетка Настя. Доброе, Евгения. Случилось что? Да нет. К Степану дружки пришли. А я вижу, вы не спите. Вот думаю, зайду. Ага, проходи. А где дядька Василь? Я видела, он пришел. Симонки. Симонки. Вот горе так горе. Все, все. Ты давай, садись. Так где дядька Василь? Не поверишь. Недели не прошло, как за ним красные приехали. А он больной. А они, товарищ Талаш, без вас, ну, никак поляков не побить. И повезли старика. Говорят, Мартын там уже людей обнадежил, что Талаш едет. Какой Мартын? Какой-какой? Лоза. Он у них тоже в командирах ходит. Лоза? Божечки. Авгинья, ты... Не говори только никому, особенно Степану своему. Я уже давно с ним ни о чем не говорю. Угу. И то правильно. Угу. Ой, он у тебя совсем зверем стал. Да какой он зверь? Ну как же не зверь, если он в вепрях хату Лозы сжег вместе с женой и отцом? Нет. Да. Этого не может быть. Он сказал... Постреляем, попугаем и домой. Вот и пострелял. Авгения! Подожди. Ну вот, а теперь закусывай. Хм. Угу. Ты, Савка, человек, на которого мы не держим зла. Усадеб панских ты никогда не жег. На нашу землю и добро руку тоже никогда не поднимал. Как некоторые товарищи, которые теперь собираются в банды, прячутся по лесам и убивают представителей законной польской власти. Леса у нас большие, и догадаться, где эти бандиты прячутся, очень трудно. Надо, чтобы кто-нибудь разузнал про них. Так вы хотите, чтобы я к партизанам пошел? Мы бы сами пошли. Только кто нас возьмет, а? А что я в этих партизанах делать буду? Воевать? А тебе и воевать не придется. Ты просто разведаешь, где они, и нам расскажешь. Хм. Ответ дай. Потом выпьем. Ну так, а где я этих партизан искать буду? Люди говорят, что атаман их старик и очень похож на нашего деда Талаша. Деда Талаша? Вы ж с его Максимкой друзьями были. Было дело. А
А что я с этого буду иметь? Ты... Ты, Савка, наверное, забыл, кто тебя из Длугошицкого плена выручил. Степан, я же говорил, что никогда не забуду. Значит... Согласен. Вот и хорошо. Молодец. Подписать нужно, что ты согласен. Помогать и сотрудничать с новой властью. Мы с Ливоном уже подписали. Угу. Олеся, принеси карандаш дяде. Угу. Спасибо, все. Иди к деду. О. Олеся. Девочка моя. Свекр, помогите детей собрать. Я ухожу. Угу. Олеся, давай одевай. Далеко собралась? Отсюда и не видать. Ты что, воздуха свежего наглоталась? Ты как мужу отвечаешь? Как заслужил, так и отвечаю. Выпиваете? За упокой души рабов Божьих Миколы, Таисы и дитяти ее нерожденного. Тобой убитых, Степ. Спасибо, свекр. Олеся, иди подожди на улице. Идем. Идем. Олеську можешь забирать. А эти со мной Степан. Останутся. Степан! Пожалуйста! Пошла Степан! Прочь, курва! Степан! Вот так. Зря ты это, Степан. Всем спать. Не лезь, батька. Не лезь, когда не просят. Я пошел. Сидеть! Про каких это убитых она? Заткнись, бытло.
лентяй. Не забыл меня? Лентяй, соскучился. Ай, лентяй, хороший волчара. Здравствуй, Максим. Здравствуй, Евгения. А я думаю, кто это тут в наших хатях хозяйничает? Я от Степана ушла. Навсегда. А мама твоя приютила нас. Отец приказал съезжать к Параске. А я куда? Выходит, и ты с нами. Пойдем в хату. Промерз до костей. Ага. Добрый день, друг. Здравствуй, Савка. Ты, вижу, дрова на зиму готовишь. А чего мерзнуть? Поляки за лес не гоняют. Подожди. Скоро и за лес, и за воду, и за воздух гонять поляки начнут. Если такие, как ты, по хатам сидеть будут. А ты собрался куда? Партизан иду искать. Дорогу найдешь? Не заблудишься? Люди добрые подскажут. Ты же не скажешь, где отец с отрядом находится. С каким отрядом-то? Ты что? А мог бы. Как-никак, друзьями были. Были. Ну, будь здоров, друг. А ты знаешь, что Степан Савку к твоему отцу лазучком послал? Предупредить надо. Придет время, предупредим. Так что там случилось, Степан? Чего на ночь глядя? А я откуда знаю? Примчал и с тобой, передал бумагу. Явиться в поместье сегодня вечером. А на словах ничего не передавал. Развернулся и уехал. Видит он, в одной хате свадьба. Собирайтесь. Саня у ворот. Что случилось? Степан твой поскакал в сторону Длугошиц. Забирай хлопцев. Другого случая не будет. О, божечки. Свёкор, я за ними пришла. Понятно, что не за мной. Идите, одевайтесь. Идите. Вот я их одежду собрал. Спасибо. Спасибо, деда. Я этого никогда, никогда до могилы. Ну, ладно, ладно. Идите уже, идите. А как же вы? Степан же вас за это... Он мой сын.
Слушай, какого черта ты нас с собой тащишь, а? Или в этих бумажках про нас тоже что-то написано? Ничего там про вас не написано. Я даже не знаю, зачем меня вызвали. Может, пристрелят как собаку. А вместе с тобой за компанию, и мы под пулю встанем. Ага. А вы как думали? Как гулять, так вместе? А отвечать я один? За что отвечать? За все. За то, что арестанты сбежали. За то, что обоз отбили. За то, что талаша поймать не можем. За все. Слышите? Нет, хлопцы. Кажется, сегодня нас расстреливать не будут. Поехали! Поехали. Ну, пошла. На брегу лесу зубачились мы и входил. Але на счастье наши были недалеко. Почему же главнокомандующий не пользуется сложным положением большевиков на Восточном фронте и не добьет их здесь, на Западе? Пилсудский послал к Деникину в Таганрог генерала Корницкого, дабы заявить, что мы готовы пожертвовать польской кровью ради белого движения. Но когда Корницкий поднял вопрос о независимости Польши, Деникин заговорил о неделимости России. То есть нам выгоднее победа красных, чем белых? На данном этапе – да. Ленин признал Польшу как самостоятельное государство, Деникин – нет. Так что пусть уж лучше в Петрограде сидит Ленин и большевики, чем Деникин и генералы. Господа! Секунду внимания. Сегодня на наш праздник я пригласил представителей новой местной власти, наших друзей и соратников, окружного войта Степана Бусыгу и его помощников. Проходите. Что делать будем, товарищ командир? Отдавай приказ, и мы пошли. Не лезь поперед, батьки. Пусть в праздник втянутся. Хмель в голову стукнет. Никак не могу понять. Мартын, глянь ты. Ага. Кто там к усадьбе подбирается? Да я тоже не знаю. Я думаю, что это твои дружки. Отряд Макара Балука. Точно, балуковцы. Михай Свирка. Не Чипор. А вот и Макар, во дают, а? Так что делать будем? А что командир скажет, то и будем. Господа, я поднимаю этот тост за главнокомандующего польской армии, начальника Польши, Юзефа Клеменса Пилсудского. Виват! 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 Не Чипор, видишь? Кажись, охранник стоит. Сейчас я его. Погоди. Не волнуйтесь. Продолжайте веселиться. Я сейчас все выясню. Господа офицеры. Доброни, панове. Доброни. Где мы? Вас не чем. Вам не надо. Вы только мешать будете. Балуковцы пошли. Пошли! Yeah!
за великую Польшу! От моря до моря! Своих на погибель! А ну, вперед! Сталашовцы! Пошли! Вперед! За мной! В сторону леса давай! Сюда! Я знал, что встретимся. Я добро помню. Что будем делать, господа представители местной власти, друзья и соратники по оружию? Как объясним командованию, что бандитские отряды плодятся как кролики? Откуда взялся второй отряд? Их было два. Или я ошибаюсь? Два. Почему ты об этом знаешь? А я узнаю в бою. Я сам ничего не знал про второй отряд. Три дня. Слышите? У вас три дня. Если за это время у меня не появится информация, клянусь Божьей Матерью, повешу вас всех на одном суку. Пошли вон. И в Ширках был, и в Ганусах, Карначах, и в Астахове, веришь? Никто про партизан ничего не знает. У кого не спрошу, молчат собаки. А если их и вправду нет? Нету. А кто тогда поляков клашматит? В лесу они. Только в каком? Капусты хочешь? Хочу. Все хочу. Неси. Иди к отцу, скажи, что завтра Мельгуна приведу. Он все поймет. А если этот Мельгун с тобой что-нибудь сделает? Вон у него какая морда бандитская. Этот ничего не сделает. А морду бандитскую со страху корчит. На, ешь. Чудесная капуста, чудесная. Батька ставил? Он у вас на все руки мастер. И капусту шинковать, и поляков бить. Хватит дупу лизать. Да еда, иди спать. Не передумал? В партизаны идти. И не передумаю. Утром пойдем. Да ерунда, там затвор заедал, я его починил. Пришел. Говорят, смотри-ка. Ага, наверное, голодный, как волк. Здравствуйте. А-а-а.
Хоть бы топор с собой принес или нож. Ты скажи нам, чего это воет Бусыга тебя из заложников отпустил? Так соседи мы с Бусыгой. Через забор живем. А может, он тебя к нам лазутчиком послал? Во-во. Дядька Василь, ну какой из меня лазутчик? Чего ж тогда по селам шляешься? Про партизан выпытываешь? Так вас искал? Товарищ командир, я с вами вместе воевать хочу. Поляков бить. Чем это тебе поляки не угодили? Скотину забрали. Хату спалили или что? Меня не трогали, твоя правда. Да и что с меня взять? Но они меня за человека не считают. В душу плюют. А это хуже всего. Верите? Верим. Верим. Все, братцы, расходитесь. Все понятно. Хорошо, дядька Василь, пошли. Иди, Максим, иди. Он командир, пусть решает. Максим! Что это отец надумал? Иди сюда. Иди. Вот что я скажу тебе, сынок. Я очень старый. И тебя хорошо знаю. И знаю, как тебе тяжело пришлось, когда сиротой остался. И зачем ты к нам пришел, тоже знаю. Если они догадаются, понимаешь, что с тобой сделают, сынок? А? В этой бойне твоя кровь ничего не решит, поэтому лить ее... Из-за глупости твоей. Живи, как знаешь. Как совесть твоя позволяет. Батька, распряги коня. Дети спят? Что? Где они? Авгения забрала. Как забрала? А ты где был? Я и отдал. Ты что? Ты что, старый, с ума сошел? Я ж тебе сказал за ними смотреть. Дети должны быть с матерью. Батька! Что ж ты делаешь? Что ж ты со мной делаешь?
Нужно обойти. Товарищ командир. Там дозорные. Бабу с мужиком привели. Вас требуют. Обороняться будем. Будем. Веди. Есть. Нужно как следует. Можете идти. Так, надо покупать. Угу. Патроны. Чтобы они нас не заметили раньше времени. Ай-яй-яй. Как бы снизу нам. Добрый день. Добрый. День добрый. Пришел. Спасибо сказать за то, что людей моих выручили. Твоих выручили, своих положили. Простите. Бог простит. Жена моя, Галина, вы видели ее в моем отряде? Помните? А я слышал, что у вас женщины есть, санитарки там, кухарки. А у меня так одни мужики. Ну, сами понимаете. Вот. Если можно. Петрок! Слушаю. Проводи женщину на кухню. Есть. Спасибо вам. Спасибо. Все? Нет, не все. Помните, вы предлагали объединиться с вашим отрядом? Я согласен. Макар! Сколько народу в твоем отряде? 56 человек. Хорошо. Проходи. Иди сюда. Мы тут днями небольшой бой задумали. За то, что живые. За это. Ну, Збигнев обещал нас повесить, если ты не вернешься через 3 дня. Теперь не повесит. Рассказывай. Давай, давай, не тяни. Мы ж тебя ждали, переживали. Вы? С какой радостью? Я вам что, кум, сват, брат? Савка, ты чего? Подожди, Зенон. Говори, Савка. Говори. Вот ты, Степан. Ты же меня за человека не считаешь. Я для тебя так, тьфу, подыхать буду, кровью заливаться. Пройдешь, не заметишь. Савка, зачем ты так? А ты, Зенон? Тебе ж все равно, кому дерьмо таскать. Сегодня белым полякам, завтра красным большевикам. Лишь бы тихо, лишь бы шкуру сберечь. Да я тебя... Сидеть. А про тебя, Левон, вообще говорить нечего. Да за ту клячу, которую я у тебя увел, ты бы меня первый придушил. Я тебя сейчас придушу! Сидеть, брой! Продолжай, Савка. Продолжай. Хотите, чтобы я про друзей своих рассказал? Как они и где? Где дед Талаш? Где Мартын Лоза, Максим? Давно их в друзья записал. Они мне больше, чем друзья. Талаш меня сыном назвал. Последний кусок хлеба отдал. А вы хотите, чтобы я их выдал? Вот вам! Все? Все. Ты думаешь, ты герой, Савка? Партизан не выдал. А зря.
ты нам уже все рассказал. И что Лазу с Максимом видел. И что Талаш тебя сыном назвал. И что им жрать в лесу нечего. Ты дурак, Савка. Ты сначала говоришь, а потом думаешь. Нам-то рассказал, кого видел. А полякам расскажешь, где. Угу. Не расскажу. Расскажешь. В тюрьме ты был. Как они допрашивают, знаешь. Расскажешь. А бумажку, которую ты подписал, мы твоим новым дружкам покажем. Пусть люди знают, кому на самом деле Савка Мельгун служит. Мужики, осторожно, нож! Сиди! Я ему этот нож сейчас в задницу засуну! Убью! Стой, сука! Убей его! Мельгун! Держите его, хлопцы! Держите! Не видно ни хрена! Убежал, зараза! Никуда не денется. Степан, ты куда? Ты что задумал? Сейчас. Вот тихо. Тихо. Взять! Они же его на куски разорвут. Конечно, разорвут. Так пошли скорее. Тихо, тихо. Чем порадуешь, Войт? Савка вернулся. Мам, надеюсь, с хорошими новостями. С хорошими. Он там, на санях у парадного лежит. Для чего? Что случилось? А его, как бы это сказать, собаки местные покусали. И что дальше? И дальше что? Он все рассказал. И где бандиты, и сколько их? И как брать лучше? Злые у вас собаки. Вом идет! Ух! Какая-то ты, Авгенька, сегодня сама не своя. Не знаю. На душе как-то тревожно. Что случилось? Дети рядом. Степан твой никогда тебя тут не найдет. Вот что, подружка, присмотри за детьми, а я в отряд схожу. Ты так говоришь, в отряд, будто бы в лес по дрова пойдешь. Я не знаю, где брат с отцом, а она в отряд. Мне Максим сказал. Смотри ты, Максим! Араска! Иди, только возвращайся скорее! У меня рук не хватит за всеми присматривать! Ой, честное слово, ей-богу, прямо я не знаю! Добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, пойдем искать. Максим! Случилось что? Нет. Это от мамы. Ты ради этого пришла? Мне повидать надо. Кого? Мартына. Ты с ума сошла или что? Я же говорил, чтобы приходила, если что-то такое, поляки там или Степан со своими нагрянет. А ты... Позови Лазу. Ну, Евгения.
Ну, здравствуй, Мартын. Здравствуй, Евгения. Я в последнее время вспоминал про тебя. Хорошее, плохое? А разве у нас было плохое? Было. Я тебе охоту испортила, сом утку под воду утянул. А так часто случается. Добыча твоя, а достается другому. Может, охотник виноват? Нет. Нет, Мартын, ты не виноват. Я когда узнала, что на тебя похоронка пришла, дурочка по селу шаталась. У всех похоронку эту просила показать. Думали, помешалась. А Степан подобрал. Ну и как? Хорошо с ним? По-разному. А теперь ушла от него. Не выдержала больше. Я, может, и дальше терпела бы. Но он, как увидел тебя в Долгошицах, так и начал мне Олесе в глаза тыкать. При чем тут Олеся? А сам как думаешь? А я и думать боюсь. А ты не бойся, подумай. Нет. Нет. Олеся твоя дочка. Я догадывался. Догадывался. Капитан, сколько бандитов в отряде этого старика? Человек 100. Свободны. Отправьте срочную шифровку в ставку. Главнокомандующему польской армии, начальнику Польши, маршалу Пилсудскому. Он еще не маршал. Уверяю вас, генерал, он станет им в ближайшее время. Итак, главнокомандующему польской армии, начальнику Польши, маршалу Пилсудскому, докладываю. На вверенной мне территории мною была проведена операция по уничтожению бандитских отрядов. В ходе операции было уничтожено более 200 бандитов. Их лагеря, склады с оружием и продовольствием уничтожены. В деревнях, находившихся под их контролем, установлен соответствующий порядок. Как я их? Число, подпись. Теперь куда? Туда. Или там тих бандитов. Шепко скончим с этим отделом.
Далеко еще? В этом лесу начнутся дозоры. Все, приехали. В том лесу первый дозор. Надо было бы его как-то снять тихонько. Ты дом не Ты будешь? Это мне говоришь? Усунь. Сними. Пошла. Пошла. Ну что, мужики? Вперед! Ага. Давай. Шевелись. Пошел, пошел! Лежать! Ползи! Давай ползи, гад! Вот черт! Тихо! Вон там! Давай вперед! Вставай! Пошли. Все. Больше не могу. Дозор в том лесу. Тихо! Да я тебя сейчас... Черт с ним. Пошли. Слышь. На. Пошли. Обрыдло все. Война это. Кровь. Угу. Война всем обрыдла. Только вам зачем со мной вместе умирать? А ты когда-нибудь со смертью один на один оставался? Вот если твои фугасы не рванут, вот тогда и будем помирать. Вместе. Что за холера? Пошла! Ну? Нет там никого. Были. Может, вчера, может, даже сегодня, но сейчас никого. Может... Может, учили? Сбежали? А? А? Звядов. Лазутчик. Ну-ну. Суфина. У меня собак нет. Зато сосен. Зато сосен вокруг. Полный, полный лес. Лес. И шнур еще. И веревка знаешь. Найдется. Легионеры, вперед! Идут. Ох, и много вас, панове, как грязи. Господи Иисусе, помоги человеку умереть. Зенон!
удалось, отец! Вперед! Дьявольское отродье! Вперед! Бегут, как зайцы! Давай сигнал Булуку. Пускай встретит этих зайцев. Хлопцы, ракета! Вперед! Терпи, браток. Сейчас придем, там лекарь. Да положи ты меня вон. Ей-богу, по дороге все кишки растряс. Так лучше? О, так совсем хорошо. Только почему-то холодно. Слышишь, Лявон, холодно. Это совсем холодно. Лявон, уж холодно. Вставай. Я хочу видеть, как ты будешь падать. Не могу. Зря, Лявон, ты мне этот нож у дупу не засунул. Видишь, как оно обернулось? Савка! Степан! Степан! Стой! Стой! Ah!
Доброго здоровья, сынок. У нас на Полесье отвечают, когда кто-то желает здоровья. Не разумим. Я не понимаю. Вон как. А твой дед и отец другими были. Вы тоже. Поместье не жгли. И по лесам не бегали. Не мы это все начали. Но вижу, заканчивать нам придется. И заканчивать будем жестко. Будем стоять насмерть. И бить вас будем. И усадьбы палить будем, пока не поймете, как вы к нам, так и мы к вам. Иди, панич. Дай Бог, чтоб на этой дороге нам с тобой больше не встречаться. Василий Талаш проживет долгую жизнь. Став председателем сельсовета, будет восстанавливать Полесье, проводить коллективизацию. В июне 41-го встретит Великую Отечественную войну и снова уйдет в партизаны. Василий Талаш умер в 1946 году на 103-м году жизни.